Добрый день, друзья! В фильме, посвященном интерьерам Большого Гатчинского дворца, я не рассказала о необычной выставке, расположенной в помещении крипты. В небольшом зале экспонируются троны, изготовленные коронацией Александра II и Марии Александровны 1856 года, Александра III и Марии Федоровны в 1883 году и Николая II и Александры Федоровны в 1896 году. Коронации Александра II были изготовлены три престола для императора, его супруги Марии Александровны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Сделаны они были по замыслу геральдиста Бориса Васильевича Кёна в русско-византийском стиле. Все работы по изображению государственного герба, рисунки для шитья, геральдической живописи были выполнены художником Императорской академии художеств Александром Фадеевым. Царствование Александра III в моде были неорусский и неовизантийский стиль, поэтому трон украшен грифонами, колоннами и вышивкой и выполнен в классическом сочетании золота и лазурной гаммы. Для создания трона для коронации Николая II и Александры Федоровны мастера обратились к традиционному для России сочетанию красного и золотого цветов, которые символизируют в русской культуре радость, счастье и торжество. Для всех императоров России изготавливали по несколько тронных кресел, для каждой резиденции свое. Но те, что мы видим сегодня в коллекции Большого Гатчинского дворца, это престолы для торжеств, следующих за днем коронования императоров на царство, проходивших в Грановитой палате Московского Кремля. А в день коронации на церемонии в Успенском соборе использовались древние кресла русских царей из хранилища оружейной палаты.